в городе ураганный ветер, за городом ураганный ветер, а мы сейчас с вами находимся у Чернобаева в саду. Я вам представляю ту самую тепловую подушку. Видите солнце? Так, сейчас полдень. Видите забор и видите дом, который греет. Вот. И вот эти чудеса, вот это микроклимат, вот это абрикосы, он кажется не маленький. И ждали бы, какой урожай они давали. Он не зря 3 штуки вырубил, не знал, куда девать. Правда, это самое. Если бы я, например, был бы президентом Академии наук, я бы договорился бы с ЮНЕСКО и на его деревьях молодых, а есть еще и взрослые на другом участке, этим всего-то по 7 лет. Я бы повесил таблички, вот, охраняется законом, значит, за срубку дерева хозяину полагается тюремный срок 10 лет, без права переписки. Вот, настолько они ценны, эти деревья. Но еще раз говорю, нам помогает народная хитрость. Вот, одна из них, мы находимся в тепловой подушке. Я сейчас, он еще не знает, что я к нему зашел, заранее открыл дверь, и мы с ним будем сидеть в теплом помещении, пить чай и разговаривать о чем. Я приехал из-за Черенков. Объясню чуть позже. А вам пока поясняю, что да, минусовая температура, но черенки не готовы к этому, к заготовке и хранению. Хорошо, что здесь ветер потише. Туда я даже не высовываюсь. Так, друзья, я с вами опять здороваюсь, потому что сегодня 12 или 13 ноября. Уже месяц как началась зима, пусть мягкая, теплая, но зима. Вот, и тот сюжетик, который вы только сейчас видели, был снят 3 или 5 дней назад. До сих пор ни одного черенка не срезано. Вот то, что должно переехать в ваши сады. Помните видеофильмы? Это молодой сад, отсюда прекрасные приросты. Обратите внимание, здесь они практически стандартные. Так, ну что? Ты уже здесь, да? Я уже здесь, но меня как бы нет. Почему? Это называется преамбула. Нет, ты пойди это, посмотри, вот листья, смотри, как деревья выглядят на сегодня. Повтори, потому что это, и когда далеко не слышно голоса. Я говорю, надо пройти и просто отснять деревья, за этим в каком приехал. Они состоянии сейчас находятся. У нас лист не опал. Слушай, я впервые, меня обычно сдержанно хвалят, а здесь я нарвался на похвалу. А в гостевой написано, уже все торгуют давно. Нет, этими. Повтори, что ты сейчас сказал? Рановато еще черенками торговать. Во! Я считаю, не ранее 20 ноября надо, в смысле, срезать на заготовку. Потому что у нас могут быть возвратное тепло какое-нибудь вернуться. Это ж Хакасия. Где-то у нас бывало 4 плюс в декабре. Ага, а вспомни, на ноябрьские праздники несколько лет назад минус 28-30. Было и такое. Так вот, давай исходите среднего. Сейчас. Так, ну вот я хотел тайком от него начать разговор, не получилось. Смотрите сюда, вот это вот стандартный черенок, видите, он от моей руки вот здесь примерно 90 сантиметров, вот здесь он будет обрезан. А это, Дмитриевич, пожертвуем одной веткой, а? Да, раньше времени, почему? Она нужна как экспонат, не для того, чтобы выслать. И нет ли секатора, я хочу это. Ну, это надо туда сбегать. Я в саду Леонида Дмитриевича Чернобаева. Вот. И вот он будет отрезать вот такие, поняли, да? Почему? Я вам объясню, когда мы с ним сядем в тепле за чаем. Вот вопрос в другом. За что меня похвалили? Мол, все режут уже черенки, один Железов не режет, значит, он этот самый настоящий, этот, не халтурщик. Все верно. Вот. Кстати, одно из изувеченных деревьев, да, которые давали супер урожай. Вот не смотрите, что маленький. Он его так вот перепривил. Видите? Вот только вот здесь получилось так, что он фактически от такого дерева избавился, начав все с нуля, да? Вот. Но давайте смотрим золотые руки. Видите, на черенках, на большинстве, почти на всех, которые я вам буду высылать, со своего сада, из Дмитриевича сада, уже есть
плодовые почки. Смотрите, я надеюсь, видно или не видно. Вот. Они выглядят или букетиком, или в центре ростовая, а по краям плодовая. Это вот сразу на второй год уже у него будет уже цвести и давать плоды. Более вызревшие, более надежные вот эти вот, смотрите. По-моему, прекрасно видно почки. На однолетних приростах всегда они есть. И никогда, друзья, не верьте в сказки про колоновидные абрикосы, колоновидные сливы, про колоновидные груши. И вот получается так. Я хочу некоторые детали, чтобы вы знали. Первое. Вот эти вот плодоношения на последнем приросте, так, на следующий год он станет предпоследним. Вот. Вот здесь есть приросты. А вот здесь, смотрите внимательно, вы видите отдельные веточки. Это получается один год, вот это два года, вот это три года. Здесь еще маленечко может быть плодов. Почему? Вот эти вот капица, это как раз есть плодовые веточки. А вот здесь уже их нету, видите? И никогда не будет. И не верьте, а уж тем более вот эта более толстая ветка. Не верьте никаким сказкам. Не верьте. Да, с одной стороны, вы скажете, на юге они могли бы жить. Но дело в том, что стремление перенести плодоношение на концы, то есть веток, да, вот, оно естественно, и вернуть плодоношение на вот эту вот ветку, где уже нет ни одной, видите, это примерно 4-5 лет вот этому кусочку, отсюда до сюда, вот, оно связано с чем, правильно, друзья мои, оно связано с тем, что если вас научат, вот здесь вот, некоторые бензопилами это делают, вот, вот здесь вот обрезают все, к чертовой матери, не давая его там плодоносить. Вот. А вот здесь возрождается, то есть через некоторое количество прямо из-под коры вылезает плодовых веточек. Используют или вернуть плодоношение на этот участок. Хотя это глупость, дикость. А теперь, друзья мои, я с вами должен отрезать ветку одну, которой пожертвовать. Еще раз говорю, еще рано. Мы еще резать пока не будем. Сейчас я выберу веточку. Вот. Ну, среднюю мне надо, ту, которую вы получите. Вот. Ага. Допустим, вот они просто последнего года. Я обычно оставляю, ну, если смотреть, смотрите, вот здесь вот полноценные почки, а вот это вот спящие почки, да? Полноценную еще оставляем хотя бы одну. Режем под 45 градусов под почку. Смотрите внимательно, видите? Прям под почку. Вот. Теперь у нас получилась ветка. Поднял ее с земли, получилась ветка примерно почти метр, да? А нам с вами нужно будет отрезать сколько, ясно, что снизу. Вот, сейчас я ее положу вот сюда, вот так вот, и 50 сантиметров оставляю. Вот это вот я отрезаю, ну пока небрежно, вот так, поняли, да? Вот это совершенно негодная часть, вот это вот. Вот это вот годная часть, но самый ценный черенок, когда вы будете, начинается снизу. Один отрежете, второй, максимум третий. Остальное все равно выбросите. Ну вот, пожалуй, все. Так, продолжение в тепле, в уюте. Хозяин хлопочет, вот, чай наливает. Разговор пойдет серьезный. Дмитрий, я пришел поплакаться из-за помощи, это не шутки. Значит, случилось страшное. Жуткое. Дело в том, что несколько лет я продавал семена. Так. Один год я даже продал 1000 твоих, кстати, косточек персика. Об этом. Но я, кстати, этого не скрывал. Это мой принцип такой. Молчание – та же ложь. Да. Вот. Поэтому люди, кто покупал косточки персика, ту 1000, они знали, что это Чернобаева. И вот я снова пришел уже к тебе. Не как друг, а как будущий, как называется, когда два торгаша? Коммерсант. Коммерсант, да. Дело в чем. Прошли годы. Вот. Люди вырастили из косточек моих подвойный материал. Это маньчжурские абрикосы и их сыновья. Ну, то есть потомки маньчжурских абрикосов. Чуть более культурные. Это китайские сливы, тоже подвойный материал, уссурийские груши. Заметь, сейчас я тебя пытать буду и насчет подвоев тоже. Это не шутки.
Вот, чтобы вот эту красоту вырастить без подвоев. У меня подвойчики вон они прикопанные, но будут на следующий год. Они вот такусенькие пока. Ну, это уже будет технология другая. Мы с тобой отдельно... Штук 300. Это будет отдельный фильм. 300? Так, Коммерсант ты подался? Сколько я тебе говорил, занимайся выращиванием саженцев? Жадность обуила. Подошел, да, сад-то вырубает кальский. Так, вырубает. Ты видел там, да? Я знал, он задичал. Он задичал, я в нем был. Там одни ранетки остались. Чего вы убери ранетки? А дичал? Самого материала сколько? Там он самосел. Как подвой уже. А он был полукультурный. Ну, как подвой, великолепная штука. А вблизи этого сада там несколько груш есть. И под ними взошло все-таки. В этом году поехал, посмотрел море. Ну, я их накопал. Во. Вот от она. Жадности. Ну, так, наконец-то. Вот так вот. В тебе художник еще не умер? Корка, нет, то что, корка земли. Слушай, покажи какую-нибудь эту картину, есть ли это? Пошли. Я же в гостях или где? Вот, все. Вот же они. Это в работе, это еще не закончилось. Все, ладно, садись на место. Пойдем, нет, пошли, там он порядком. Пошли. В конце концов, пусть у тебя в гостях побывает вся страна. Я же все-таки художник. Ё-моё. Ага, 300 дичков накопал, все, прощай, художник. Ну, это то, что у нас в саду растет. Тут жена на прогулку пошла, наломала этих самых штучек. Я ее так и назвал, натюрморт. Так, ты рядом со мной, а то голоса не будет слышно. Ближе стой и разговаривай. Хорошо. Так. После прогулки натюрморт. Это и практически... Ё-моё, красота какая. Слушай, она реальнее, чем даже настоящий лес. Ага. Ну, ё-моё. Это у нас на гладенькой такое... Растет на горе напротив так. Саногорска. Вообще, если кто-то скажет, хочу такую картину, давай твой адрес телефона. Давай. Вот так. Здесь тоже. Давай, да? Это мои уже деньги. Потому что я подрабатываю пока еще и в основном живописью. Как я хотел сказать, стипендии. Пенсия у нас, как юмористы говорят, хорошая, но маленькая. Поэтому приходится вкалывать еще дополнительно. Так вот, мы с тобой никогда не отдохнем, я чувствую. Да нет, конечно. Нет, красота. Короче, если кто-то ко мне обратится... Да. У нас отдых, это вечность впереди. Получается, эта картина не продается, раз она висит у тебя? Нет, эти вот висят, это как бы сказать, фонд. Ну, типа, вариант любой работы могу сделать. Если вариант можешь, вариант. Ну ясно, ладно. А фонд есть фонд. Не, ну а что же я раньше-то не показал? А ты бы еще взять узачал? Или хочешь, я тебе вот там штабель стоит, вытащу. Так, не надо, все. И к тебе приехал садовод, давай. Вот. Я считаю, да, вот этого достаточно, потому что у меня глаза замирают, то есть душа. Представление о том, что я чуть-чуть художник, в основном пейзажист на данном случае. Вот. Пейзажист-реалист. С импрессионистическим уклоном. Ясно. Короче, и так, вот ты меня разочаровал. 300 дичков накопал. А как же? А я про тебя вспомнил. Думаю, боже мой, надо, наверное, и железу ковырнуть. Моя школа. Ну ладно, теперь о делах. Уже конкретно. Приехал-то плакаться и за помощью. А давай без плакания, сразу я характеристику. А как не поплакать? Смотри. Ну давай. Пришла осень. Так. Так. Вот, пришла зима, ранняя зима, на месяц раньше, вон на семечках листья до сих пор висят, а косточки ждут морозов. Принцип какой? Сейчас и к тебе. Объясни, пожалуйста, людям, почему нужно ждать морозов, когда листья давно упали. Не давно, но абрикосы сли уже без листьев. Объясни, вот почему надо ждать морозов. В смысле, что черенки нельзя резать? Да. Или что? Да. Да. Я даже не могу объяснить это. Конкретно знаю, что он еще там, ну, процесс происходит. Если вот теперь какая-то... Движение влаги все равно идет по древесине. Мало того, влаги много, потому, наверное, листья не опали. Или деревья чувствуют себя... Нет, это про семечко. Абрикосы пустые. А, абрикосы опали. А почему ты тогда сказал, что ждем 20-го, а сегодня какой? Меня абрикосы вообще не волновали. Они, их можно даже после 7-го было готовить, потому что уже нормально. Они облетели все. А яблони, они же... Зеленые листья стояли, а на груши даже в 3-5-6 градусов мороз, у них как антифриз, что ли, внутри в листе. Берешь он живой лист, его не оторвать. Наконец-то, слушай, ты, по-моему, не от меня слово антифриз. Я этот антифриз уже 15 лет. Нет, это... Это ты сам же так слово произнес. Я тебя за закинул. Я сам, нет, конечно. Потому ты же моей работы не читал. Он не дает даже мороза, вот 6 градусов, лист не замерзает. Он гнется элементарно. Яблоневые, те замерзли, потом при оттепели засохли, покоричневели, но не отпадывает.
Про листья. Про листья. То же самое вот на европейских сливах. Вот там ни. Так, пойдем к окошку. Да. Я тебе даже окно открою, вот отсюда будет видно. Чтоб снять. Вот посмотри. Вот абрикосы два лысых стоят, да? А за ним сразу слева это венгерка грушевидная. А еще дальше, Ника, правее тоже венгерка, лист не опал, но засох. Ну, а на грушах хоть сейчас можно подойти, хотя уже десятки градусов были мороза. Вон, зеленые листья до сих пор точно антифризные. Ну, понятно, но это физиология разная. Да. Мы же не зря говорим, летнее, осеннее, зимнее. Совершенно. Так, позвольте мне продолжить. Да. Уважаемый это, коммерсант. Дело в том, что так. Характеристику давай я дам. Я теперь всю жизнь буду прикалываться. Помнишь свои слова? Я художник. Художник, конечно. А-а-а. Да никакой я коммерсант. Я же официально не занимаюсь. Все. Это просто ты меня просишь. Нет, с этого момента. Я помогаю и все. Или отдаю лишний. Нет, дело в том, что я хочу тебе взять долю, но я объясню почему. Итак. Ладно, случай с персиком был пока, ну, такой исключительный. Я в серьезных делах. Люди вырастили по двое. Китайские сливы, маньчжурские абрикосы, вишни эти самые, штамповые, сибирские, я их так обозвал. А вишня тоже нужна? Вот. Это вот миллион там. Отдельно будет разговор. Меня сейчас вот что интересует. Так да. Вот, мы будем по порядку, ладно? Давай. Значит так, и получилось так, что теперь, когда в прошлом году был самый низкий спрос, я перестраховался, написал не больше 100, у меня же сад-то не вечный, я же калечу его, да? Да, конечно. И он еще взрослеет. Вот когда вот так вот отрезаешь, получаешь в среднем 3 ветки. Угу. Каждую из 3 отрезаешь, получаешь 9 веток. Да. Но они все короче. Да. И доходят вот. Даже 20 сантиметров. И все, и дальше я халтурщик. Поэтому, и не только поэтому. Дело в том, что с этого года спрос резко полез вверх. Еще только, какой сегодня, 13 или 14 ноября? 12-й. Да нет, по-моему, 12-е было уже. А, мне кажется, даже... Ну, как... не принципиально. 12-е? Да не может быть. 12-06, 13-е. 13-е, ой, 12-е. Не пятница? Нет, воскресенье. Ну зачем ладно. Зачем пенсионерам это знать? Ну да. Итак, продолжаю серьезный разговор, хоть и с улыбкой. Значит, резко спрос пошел вверх, потому что если раньше люди понятия не имели, а теперь уже тысячи выросли на моих материалах. Раз. И второе. Значит, они убедились в дичайшей халтуре. Если бы мне стыдно называть самое крупное научное учреждение, которое торгует саженцами. Люди о них пишут такое, каждое второе слово мат. Я вынужден у себя с гостевой книги стирать это. Потому что да, в этих крупнейших научных учреждениях вот, работают живые люди. Вот, это раз. Во-вторых, меня и так уже терпеть не могут, если еще на моем сайте это появится, то, что о них думают. Вот, а мне и так ловить нечего, я имею в виду, признание не придет. Но оно пришло снизу, то есть подавай черенки. Теперь у меня на данный момент желающие купить черенков, ну, допустим, сотня-две, это значит 1000-2000-3 черенков. Я схватился за голову. Сергею пару тысяч надо, у него же питомник. Когда он все это обчикает, мне это, дай бог, 1000 набрать. Я пришел за этой помощью, так, вот, то есть договариваться. Хорошо. Так, сделай на паях, раз. Сколько сможем. Вот, на паях, да. Подчеркиваю. И второе. Конечно. Значит, доказать, что, ну, я уже, в принципе, доказал, ведь чем отличается, это, а ну-ка еще раз. Это, кружка. Ага. Чем отличаются наши сады от тех, которые рекламируют? Значит, ставлю тебя в известность, ты не дружишь с компьютером. Вот, 60, уже 66 научных учреждений, раз, плодопитомников, два раскрученных и интернет-магазинов присвоили мои фотографии. Причем там вот такого же уровня, как у тебя. Вот. Но речь идет, уровень имеет в виду сорта мировых стандартов. Речь идет о косточковых. Угу. Вот. Эти даже не искали. Если бы еще мы эти искали, мои фотографии, можно было бы множество. Так вот, 66 – это практически вся страна. Это означает, смотри, раз грозь фотографии, на которой у меня там 10 или 20 огромных плодов, абрикосов или слив, огромных, до 100 грамм. Да? Есть даже чуть больше 100 грамм. И вот что они. Они
Получается, если в саду у какого-то плодопитомника есть абрикосы, достаточно сфотографировать, то есть всего получить урожай один за все годы, три этих плодика. Потом любой, даже такой тупой, как я, компьютерщик, может спокойно их увеличить 10 раз. Вон на рынке яблоки продают, знаешь, фотографии размером с футбольный мяч. Да. Вот. А у них и этого нет, иначе зачем они мои фотографии воруют? И вот что получается. С одной стороны, мы с тобой безальтернативщик, то есть у нас альтернативы нет. Латинков как-то скромничает насчет косточек и этих черенков, хотя у него великолепный сад. И все, пожалуй, на этом. Вот. Теперь смотри, у тебя персик и не укрывной? Ну давай, только смотреть в глаза, как следователь. Я начинал с того, что укрывал. Так. И ты даже публиковал статьи по этому поводу, даже фотографии, чего мы делали, такие да, слои да, разные. Всю Россию там учил. Единственное, некоторые тоже по моему образу и подобию пытались вырастить такие вот эти штучки, персики. Я в одной забыл тогда сказать, что надо обязательно под крону, в сам чум, увлажнение дать. В зиму. Потому что они потом высохнут, ветки. Ну, в смысле, полить тщательно там, прям в чуме. Или снегу накидать туда. И сколько? Ну, порядка много лет. Я где-то лет 8 их выращиваю, эти персики. Даже если не больше. Больше. Потому что там они уже больше 10 лет растут. Вот здесь я 7 лет ровно нахожусь. Вон они у меня там растут. Ты снимал летом. Вот. Прекрасный урожай был. Один я закрывал для страховки. Думаю, вдруг шайтан возьми, да, и вымерзнут. Один закрыт был, и три прозимовали великолепно так. И дали прекрасный урожай, ничего страшного не случилось. То есть до 30 градусов, я думаю, они все-таки терпят. Так. У нас 30 был. Это у тебя такой особый есть микроклимат. Да. Значит, я искалечил лучшее дерево персика так, угу, вот, что, пеньки, да? Что теперь я жертвую только одним другим деревом. Угу. Вот, вы вот сейчас позвонили, а я снимаю фильм вместе с этим, с Дмитричем. А мне обычно звонят только садоводы. Ну, пожалуйста, я сейчас поставлю на стол этот самый видео. Да, нет, дело не в фильме. Дело в том, что то, о чем мы говорим, пусть попадет в фильм. Спрашивайте. И мне нравятся такие фильмы. Нет, сейчас спрашивайте. И запись пошла, давайте. Так, значит, это, деньги, естественно, карточкой, но вот начали-то с другого. Спросите еще раз. Так, дело вот в чем. Коточки, когда вы получите, они будут завернуты в тряпку, раз. Очень плотная упаковка из картона и из этой пластикового материала, которого делают почта, два. Значит, шансов, что замерзнут, нуль. Вот, поэтому не переживайте, косточки от меня придут нормально в состоянии. Косточки не имеют свойства. Как на карте? Нет, по порядку, пусть все слышат. Дело в том, что всю зиму буду рассылать косточки. Желательно косточки получить сухими. Первое. Почему? Объясняю. Потому что, когда я высылаю их, ну, например, я в январе сделал тритификацию, то есть сырой песок, все. А вы в феврале, допустим, многие в феврале, ну, весеннее обострение у нас фанатиков начинается февраль-март. И вот человек, который я отправил, она попадает на почту в течение 7, 10, 15 дней, находится в теплых почтовых помещениях. Стратификация прервалась, так? Человек получает и снова в холодильник или в погреб, и снова началась. Знаете, что получается? Вы думаете, они всходят? Сходят, но рано, и большая часть пропадает. Да, вы правильно поняли, сухие получаете, раз, так, теперь я там, вы спросили там оплату, то все, вы когда, первое, заказываете каталог, второе, получив каталог, в столбик делаете заказ, потом посылаете мне заказ, я обсчитываю и даю номер карточки, только вам, вот, так, потом сутки, все действует, потому что очень быстро много меняется, если что, это... Ну и все, в общем, я ответил на ваш вопрос. А мы сейчас с Дмитричем снимаем фильм уже о черенках. Почему? Знаете почему? Сказать, а на иглу наши друзья сели, вырастили по двое, а теперь привой не знает, где брать. Давление страшное, вон, загляните в мою гостевую. Ну все, пока.
До свидания. Чтоб тебя батарея кончится. Это часть этого. Мне хочется закончить разговор с персиками. Ну, давай. Значит так, что я имею в виду? Смотри, меня спрашивают, это серьезный разговор, может, даже не один фильм снимем, потому что это не шутки. Ну, давай. Вот. Шутки почему? Ага. На что ты плевал персики? А, персики на что угодно. Там первое на сливу, второе персик на персик, чтобы ускорить процесс. Персик на персик, давай не будем рекомендовать. Хорошо. И на абрикос. Значит, он у меня на абрикос сейчас привитый. И... Войлочно-вишню, третий палец загибаю, войлочно-вишню можно? Ну, у кого на вишню, я думаю, не знаю. На войлочную, конечно, обязательно не пойдет. Потому что войлочная вишня почему-то странно. На нее сливу, некоторые европейки сливы прививаются прекрасно. А на войлочную вишню, сколько я не пытался эти сортовые, ну, крупные хорошие вишни на черенках привить, бесполезно. Так, дальше пошли. Видно, так, теперь у европейцев еще есть терн, но я видел только неудачи. На терн, конечно, все приятно. Ну, а я наоборот, мне присылали фотографии, одни неудачи почему-то. Нет, но это не наша главная боль. Да, европейки на терн прививаются, это точно. Это не наша главная боль. Не у нас есть наши суперсорта китайские сливы и мажорский абрикос. У нас китайка есть, на нее прекрасно все прививается. Так, то есть людям это разъяснили. Так. Черенки сможешь нарезать? Смогу, конечно. Вот. Количество, ну, в пределах 100, не больше, наверное. Ну, я посмотрю, еще посчитаю даже, если ну, что. Ну, хорошо, дело в чем. Я же не буду все делать. Можно ли считать, что это самое... 100 штук – это гарантия. Что я тут ни при чем, что я халтурщик-перекупщик. Вот с тех самых плодоносящих персиков, которые снимал ты, вот, помнишь, вот, летом или под осень ближе, вот, с них я и буду резать. А их отцы и деды с моего сада? С твоего. Это все твое. Все. Потому что... Так, выключай, я сейчас... Нет, тогда я имею моральное право. Конечно. Вот. И еще самое главное, забыл сказать. Я начал готовить этот каталог. Извини, спрашиваю согласие. Я уже написал, что? Значит, каталог черенков из садов Железова и Чернобаева. Хорошо, нет проблем. Нет проблем, все, нет, самое главное. Вот давай, я гарантирую, допустим, что могу гарантировать. Во. Вот, переходим к главному. Да. Так, чай. Угу. Чай, пей, точно. Слушаю. Вот характеристика яблок, беглая такая, я сейчас очень бегла. Апорт кроваво-красный. С Казахстана привезел, это я привозил черенки. Подержи в руке, Илья. Ну, красоту. Рука у меня, конечно, большая, но эти тоже большие. Нормально. Меня из-за них уже плешь съели. Это с Алматы. Черенки привезенные были лет 30 назад. И вот они у меня адаптировались, прекрасно плодоносят. Вот этот кроваво-красный вырастает до 530 грамм здесь. 550 фотографий делали, забыл? Ну, может, 550, нормально. Мне показалось. Вот эти полкилограмма, это точно вырастали. И более. Это алматинский апорт. Я написал алматинский, скобка 600 граммов. У него официальное название такое. Так 600 грамм они в Алмате, то есть это в Казахстане легко растут. Ну, все, так, без обмана. Теперь. Апорт алматинский, 600 граммовый, все. Да. Кроваво-красный. Кроваво-красный. Это его... Не по порядочку, лёжкость у этого. Так, лёжкость. В феврале в конце еще будете кушать его. Вот этот после Нового года еще может дней, ну, 15-20 запросто. Угу. Этот до марта легко лежит. У тебя погреба сколько градусов? Ну, где-то 5-6. Многовато. Ну, многовато. При 0 градусов они считаются зимние. При 0 градусов хранения. Ну, я тоже считаю, что на Новый год, если мы их кушаем, значит, они зимние. Теперь... Вот эти вот яблочки. Давай. Это его ближайшие родственники. Вот это родной брат с сестрой. А это, ну, может, двоюродный брат или сестра. Это Антоновка, древнейший сорт Антоновка, желто-зеленая, который хранится от урожая до урожая. А свидетель тому, опять же, Николай Курдюмов, вот, про которого мы вспоминали, Николай Иванович, я ему лично сам показывал, и он был, конечно, удивлен этому, и говорит, да, это достижение. Это достижение достигает 400 грамм. А, что-то 400 грамм они легко вырастают. Так вот, это есть Антоновка. Если Антоновка обыкновенная, это 100-150 грамм. Нет. Прошу не путать. У тебя, мы с тобой в прошлом году, они были крупнее полтора раза. Так это у меня самые маленькие. Вон они в ящиках там у зятя стоят. Короче, без обмана. Антоновка 400-граммовая, точка. Да, это хранение до следующего урожая. До следующего. Я их притащил сюда зачем? Чтобы порубить и с него сделать кальвадос. Так, а про это мы будем...
вырезать. Нет, не надо. Это кальвадос и... Да, подумаешь. И это, как его, сидр. Это же весь мир готовит. Это великолепный напиток. Весь мир. Покойный Бородич. И Бородич всегда кальвадос готовит. Полтонны яблок переводил и угощал в Песеоногорце. Меня первого. Давай, теперь по порядку вот это. Давай. Вот она, фиолетово-красная. Но в этом году мы об этом уже говорили в каком-то из твоего фильма. Вот у нее только бачок некоторый остался такой, фиолетово-красный. Это переделанный этот... Слава Мичуринская. Переделанный. Так, слушай, что будем делать? Дело в том, что Слава Мичуринская, они действительно фиолетовые. Так, да теперь, когда мы... Они вот были фиолетовые на этом так, дереве, а в этом году почему-то давай, вот такие... Давай так, что будем делать? Похожие на эти. Хорошо, да. Мы имеем клон. На чем прививка? Прививка на сибирке. На самой маленькой вот сибирка, этой дикой яблочке. Сибирка бордового цвета, правильно? Так. Она не могла цвет испортить. Да. Она красного цвета. Она не могла цвет испортить. Почему цвет испортил? Хрен его знает, я говорю, может, переопылились рядом с стоящими. Об этом мы уже говорили. Мы говорили, я не о том, как мне писать в каталоге. Ведь я напишу Слава Мичуринская, мне скажут, обманывайте народ. Слава Мичуринская, так и сибиряки. Пиши. Да ну, вот я самое темное яблоко выбрал. Вот давай ящик. Я напишу клон Слава Мичуринская. Да пиши. Напиши. Тогда ответственность бери на себя за сорт. А куда деваться-то? Он был, они были темно такие, фиолетово-красные. И на этом же дереве. Но это первый год, они вот такие сделались. Дереву более 15 лет. Вот. Просто, ну, наверное, условия повлияли. Хранится очень долго. Вы в марте месяце, на 8 марта здесь любят их подавать. Они как раз набирают как раз вкус и прочее. Лежит до мая месяца. Полностью испорченное дерево. Ты так, тебя это... Меня Курдюмов, наш друг, успокаивал. Не. Вот это я думаю... Говорил, ничего страшного, что ты сорта портишь. Так и статья и написал. Вот, прекрасно хранится. Это чисто можно назвать зимний сорт. Теперь вот, знаменитейший пипин шафранный. Его все должны знать. Бывает хранится. Ага, сейчас. Целые эти районы без садов. Он хранится великолепно. Если его снять непереспевшим, он будет лежать до июня месяца. Я уже это фиксирую. Следующего года. Ну вот, если мы сняли в сентябре, я обычно в конце сентября снимаю. Вот. До июня, конечно, следующего, естественно, года, через Новый год и так далее. И в июне я ребят угощал вот этой штукой. Правда, часть загнивала, часть оставалась. Это я вам честно говорю. Поэтому до мая месяца лежат железно. Вот еще чем он мне нравится, этот пипинчик. То есть пипин шафранный. У него вкус приятный. О. Вот. Это раз. А цвет. Вот если яблоко разрезать, он немножечко как бы оранжеватостью отдает такое. Да. Ну вот он. Ага. О, красота. Если эту разрезать, она белая-белая. А, ну и вот, ну все они практически белые. Это чуть-чуть какой-то особенно переспевший. Так, сейчас я добавлю два слова. Ага. Значит, я уже говорил, повторение, мать учения. Мой друг, ныне покойный, Валерий Петрович Чернышов, руководитель зональной станции в свое время, садоводство в городе Саратове, ученый-агроном, написал мне в письме. А он не знал, что они у нас уже полно их. Он написал, обратите внимание на пипин шафранный. Угу. Я цитирую его письмо, у меня память избирательная. Вот. В годы советской власти пипин шафранный являлся идеалом, эталоном вкуса среди зимних яблок. То есть перед нами в советских времен лучший отечественный сорт. Подчеркиваю, этот сорт создан Мичуриным. Ну это, видимо, в России. Я здесь кое-чего сразу скажу иначе. Вот этот сорт алматинский и кроваво-красный, и вот еще заилийское яблочко, они пипин шафранный легко побьют. Но это старые, древние сорта в Алмате. Так, ну вопрос спорный, что побьют. Поэтому, нет, запросто побьют. Но, может, я патриот слишком, но мне пипин больше нравится. Ну, эти вкуснее. Ладно, вот. Это, на мой взгляд, вкуснее. Вот, смотри. Да. Новые зубы. У меня... Да, Леонид Кузнецкий, специально говорю, живет, доктор-волшебник. Как вот ты волшебник, так он волшебник, но стоматолог. Он мне поставил новые зубы бесплатно, сказал, это вклад в науку. Теперь я имею возможность дегустировать. Ну-ну. Так что смотри, я ем пипин, он вкуснее для меня, чем... Константинович. А для тебя наоборот. Извини, я забыл про них, что еще сказать. Выдерживает мороз оба. Вот эти. 40 градусов,
40 градусов, 40 эти подмерзали, мичуринские. Да? Подмерзали, да. Где-то 35-37 терпят, ровно 40. Да уже это феномен, 35-37. 40, если стоит с неделю, вот они, макушки подмерзали, бывало даже кора со стороны ветреной стороны подмерзала. Понятно. Пипин шафранный, 40 градусов. Вот следующий сорт у нас, северный сенап. Ну, в легкую. Не зря слово северный. В легкую держит эти морозы наши, великолепно хранится. У него прекрасный вкус, особенно наступает где-то тоже в феврале месяце. У него 3,8 при закладке балла мало считается. Зато когда полежит, Великолепнейший вкус у него такой. А когда при закладке, да, он напоминает ревень. Я по-другому говорю. Они крепкие, надежные, да, ими вот можно гвозди забивать. Да, мало того, вот сейчас покажу. Вот это все падало, вот они вмятины. Это паданка. Они попадали, там бетонная дорожка. И вот подмятые. И они не гниют, что самое характерное. Вот эти вмятины, ну, они там как бы сухие становятся. И антисептик какой-то в них содержится или что-то такое интересное. Теперь, значит так, вот этот фиолетово-красный. Мы уже решили, я не у Филиппа, не у тебя, но у кого-то брал, да? Вот эти у кого-то у меня набрал. 300 деревьев таких на острове. Эти тоже сожгли. У кого-то, я сейчас не помню. Вот этот, вот у нас... Вот это яблоко, кому не показывал, никто не знает, что за сорт. Хранится великолепно, очень нежное, кора тоненькая. Единственный минус, мне не нравится, где-то процентов 20 падает само по себе с дерева. Плохо держится. Пока созреют, они падают. Вот. Ну, величина вот это самый маленький у меня на сегодняшний день остались. Ну, скромненькие. Так, как мы их обозвали? Так, мы его... Знать не знаем, но не мне он на вкус особо не нравится, не моему зятю. Они очень сладкие, вкусные, но у него запах. Запах немножко парфюмный. И мы его условно прокликали. Парфюм. Все, половина садоводов женщины пойдет. А женщины на расхват. Вот серьезно, моя жена от них тащится. Слова у тебя. Говорит, что ну правильно, но все это как молодежь современная говорит. Все, ладно. Годится. Резать будем черенки? Раз женщины тащат. Без проблем. Дело в том, что они вот эти вот парфюмы предпочитают всем вот этим. Говорит, вот эти все равно вкуснее. Все, пускай. Вот. Для меня, допустим, апорты, вышаг меня... считается, и вот это вот, заилийское. Так, заилийское, а мы про него еще не говорили? Это с Казахстана тоже в одно время привозили. Вот, заилийское Боднер культивирует. Да, Борис Боднер тоже. Садовод номер один, я его называю. Ага. Вот, я могу считать себя первой десятки, но первый это Боднер. Конечно. Вот, кстати, ты теперь тоже в первой десятке. Чем тебя... Тише! Делать тебе нечего. Не, мне нечего, я имею право на это. Так вот, давай так, я характеристику бегло дам. Давай. Великолепно лежит, опять-таки, и до начала лета, но это, как сказать, морозостойкость слабая. 35 градусов, а дальше начинает страдать уже. Самое главное это... Я просто, чтобы не... Это объективность, самое, ну понятно. 35, а дальше... У Боднера 35 практически не бывает. А там не бывает, там же черемушки. Там черемушки. Вот. И при большем морозе у него начинает морозобойный идти. Или кора просто со стороны ветра вымерзает, или даже ствол бывает лопается. Вот. И так, оттуда начинает... Тогда я значит скажу, раз 35 для нас сибиряков как бы уже это минус, так? Ладно, слушай, ну, сюда. Если Николай Иванович Курдюмов, суперспециалист, говорит, что наши яблоки вкуснее, чем там, в их местах даже... это, так вот, я к чему говорю. Такое, ну и что, что минус 35? Заказы идут. С Анапы, поверь, с Анапы, с Одессы, с Сочи. Вот. Правильно. Так это яблоко практически южное. Это же с Алматы привезенные. Ну понятно. Ну, Алмата не совсем крайняя. Но за счет Сибири ты им градусов 10 добавил. Вполне возможно. Вот, а конкретно черенки брал с вот этого сорта, это уже Талдыкурганская область, это уже севернее, не самой Алматы, а севернее несколько, ну, порядком 700 километров севернее. Вот оттуда я брал. У Чарал такой есть городок. Вот. И здесь первые годы они у меня сильно подмерзали, даже бывало пропадали саженцы. Потом потихоньку привыкли, но я их... С выживших, ну традиционно, с выживших черенок садишь, то есть прививаешь, опять же, только на сибирку я прививал. Думаю, она супер морозостойкая. Где брал сибирку? Да вон она по всем лесам. Тайге. Нет, принято считать, что здесь сибирки сроду не было. Да ну вон она по всей тайге, аж под кашкарей. Ну а что мне делать? Мы с Курдюмовым
два сапога пара, но дело в том, что он считает, что это одичавшая ранетка, а я считаю культурная сибирка. Кто прав? У тебя есть свое мнение? Мне на этот счет вообще-то... Все, ладно, проехали. Проехали. Морозостойкость обеспечена. Она вот так узенькая, вот сибирка, там смотришь, как горох обыкновенный. Да. Вот. Ранетка-то уже более серьезная. Но самое интересное, есть вот такие вот ранетки, это, наверное, вот это и есть. Да, их уже птицы давно поперемешали. Она растет самая характерная одним стволиком, то есть штамбом. А сибирка имеет свойство еще вегетативное. Это я говорю, что это совершенно разные деревья, мне никто не верит. Разные. Вот, у них листья разные. Не, ну, насчет листьев. У ранетки более культурные листья, видно же. Да, там такие лопухи. Вот, и теперь можем перейти, вот, к этим вот еще. Давай. То же самое, это чисто сталдыкурганы привозил черенки. Возьми в руку. Давно. Яблочко прекрасное. Вот оно, это кандиль. Я не могу сказать, какой кандиль. Есть орловский и там прочие, а это... По виду вылет орловский, я буду писать орловский. Пожалуйста. Хорошо, это сталдыкурганы. Но они растут и в Ташкенте. Что я хочу сказать? Тогда, может, не орловские, может, в Ташкенте раньше появились. Вот, вполне возможно. В Ташкенте их называли стаканчиками местными. Может, орловцы оттуда достали. Дело в том, что, ну, вот так взять, да, ну, вот они все длинненькие такие, красивенькие. Ну, это, допустим, без окраса, это внутри был. На солнце они обязательно окрашиваются таким приятным цветом. Угу. Вот. Лежат великолепно. Тоже в мае месяце может кушать. Вкус, когда они отлежатся, напоминает, опять же, южный розмарин, яблоки. Ну, что сказать. А морозостойкость слабая. Я пытался вырастить сначала ее на даче. У меня в низине была дача. Много-много лет потерял, лет 12, а то, может, и 14. Вот. Отрастут, отмерзнут до снежного покрова и так далее. Но я все пытался это дальше. Неохота было расстаться. Также черенок срежу, снова привью с выживших. В итоге, ну что сказать, 35 градусов уже терпят. Ну, сибирка плюс ты. Вот. Так, у тебя это уже получилось не первое поколение? Ой, не! Вот тебе и причина. Это жуткая... Наслоение ментора это... Это уже тут сбиться можно. Теперь вот. Вот это самая лимонка. Ну, это остатки. Это яблоко поврежденные, потому они остались. Они вот в два раза крупнее. Это просто это черти эти подолбили, как их, плодожорки. Вот это яблочко, оно и взяло это второе место. Ты мне скажи, я же видел твой натюрморт, ты приволок, да. Я как раз с гостями уходил. Были вот эти. А почему это не заняло, почему вот это заняло? Сейчас объясню. Давай. Вот это яблоко только сейчас вкус набрало, а эти, они сразу на дереве уже сладкие, даже зеленые. А это было кисловатое. Все ясно, дегустировали вкус. Да. После этого конкурса вот эти яблоки я снял еще дней спустя около 25, а то есть с месяц позже. Вот, в октябре снимал. Угу. Вот морозы были. После морозов. Я обычно снимаю после морозов. Они как раз начинают и объем набирать, и самый аромат появляется в них. Вот когда наливается. А я их просто для коллекции притащил на конкурс, для того, чтобы, ну, не для рекламы, а как бы для подвижничества. Да, ну не выдержал твоя душа. Ты же говорил, в жизни не пойду на конкурс. Ну, а потом смотрю, волокет под нос. Ну, Валерия это Защитина, она меня каждый раз приглашала, но в конце концов неудобно стало, думаю, ладно, пообещал и притащил. Вот. Эти яблоки все были недозревшие, то есть это зимники, а там на конкурсе были в основном осенние и летние сорта. Вот и все. Так, поэтому... за второе место приз дали? Дали. Ну-ка, что тебе дали? Сейчас покажу. Давай. Если... Стоило стараться. Сейчас принесу. Так, ну я пока чай попью. Константинович, значит, стоило стараться для пропаганды, подвижничества, садоводства стоит, еще как стоит. Так, показывай. Потому что, как бы сказать... Слушай, а это же ножи, столовые. Дальше мы не можем показывать, реклама будет. Все. Подожди. Закрывай обратно. Нет, столовые. Ну, что сделаешь, если реклама, да? Не реклама, ты же сам хотел посмотреть эту. Так, ну и это, я понял, там столовые ножи. Ага. Нет бы садовые. Только смотри какие. Слушай, дорогой, ух ты, керамика. Все, молчу. Чистая, это керамическая. Так какого хрена я не участвовал? А я не знаю, там и Зидри разыгрывалась. Первое место было. Пожалуйста.
Ты знаешь, какой у меня прокол? Да. У меня это самое, в 2004 году заплодоносил впервые мой сад на острове. Там то больше ты, не все, но больше тысячи этих яблонь, да? Вот. И там были обычные сорта, и получились клоны. Вот поверишь, да? Жигулевская, вот, кстати, его тут нету, а о нем же надо поговорить. Надо. Жигулевки вырастают примерно вот до такой величины. Вот. В легкую. Да. Это я точно говорю. Не на всех деревьях. Не на всех. Почему? А потому что я. Вот два дерева на обоих. Потому что я прихожу на рынок, смотрю, наши ребята торгуют саженцами, а у них жигулевки вот такие вот. Я говорю, что, ребята, вы не могли крупнее найти? Не-не-не. Дело в том, что они торгуют той самой жигулевкой, и их сады растут вон на горах, на макушках, на дресве. У них вечный недополив. Яблоки в два раза меньше всегда. Да, ну ладно, будем считать, что это не генетика, это не генетика, а просто это, технология. Вот Тоторов тоже как-то сравнивал, приходит у меня вов, один и тот же сорт, у него в два раза меньше. Так я специально возил ребятам крупное, говорю, ребята, вас же никто не купит. Я им огромное привозил яблоки, для чего? Чтобы у них покупали саженцы. Да. Ну ладно, это с жигулевскими разобрались. Вот. Я хочу сказать, что они и чисто внешне достигают такой величины. И у них есть особенность, они более бугристые. Бугристые, да. Вот. Целлюлитные. Но в принципе, если издаля можно спутать, то есть жигулевские, если нормальное дерево. Давай выключи, я сейчас принесу. У меня там где-то 2-3 яблока валяется. Хорошо, выключаю. Пока. У него вот бугристость присутствует. Они великолепно хранятся. Допустим, у меня они тоже хранятся в пределах до мая месяца. Вкусовые качества великолепные. Ну и оно как камень твердое, звенит. Вот так взять оно тяжелее. Так вот оно считается осенним. Да ну! Нет, я говорю по литературе. А у меня получалось как? Они довольно не то что рано созревают, но задолго до зимы, где-то за месяц. Вот. И получается как? И хранились они у меня, допустим, до Нового года, потом некоторые они начинают куст терять. А я был у Байковой Галины Николаевны, а это кандидат наук, это многолетний, многодесятилетний директор Шушинской ГСУ, да? Вот. У нее я доставал этот сорт, так, а она мне угощала в апреле. Погреб холодный, деревянный, оказывается, если уметь, то можно хранить и до весны. У меня тоже они в апреле лежали неплохо. Вот смотри, это яблоко снято очень поздно, оно треснуло. У нас осень была уже, это самое, как бы, очень сырая, но характерность этого яблока, опять же, вот треснутое, поврежденное. Вот сейчас, какой у нас, 13? Слава Богу, 13? Столько дождей, что ты хочешь? Нет, это ноября. Середина ноября. Вот она, не гниет, ничего. Так, да, я сейчас о другом. У меня был один год, лето великолепное, осень теплейшая, а собирать-то некогда было. И вот они вот здесь вот, аж сахарные, темнели вот здесь вот и становились прозрачными. Да. Вот, прямо с сахаром, да. То есть она по вкусовым качествам ничуть не хуже. Вот отдельные годы лучше пипина. Лучше. А она и так это лучше пипина, когда отлежится. Лучше. А, когда отлежится. Конечно. Ну, вот. Все равно я это. Поэтому вот я рекомендую всем садоводам, да, ну, вот эти сорта иметь почти в каждом саду. Что мы еще из яблони не упомянули? А все вроде. Так, вот это вот заилийское, оно имеет особенность. Это вот это вот поясок. Его спутать невозможно. В народе там, ну не знаю, русские его еще называют пчелкой. Это заилийское, нормальное литературное название. Где-то слышал. А вот у него, вот, она перепоясанная, как бы это, крылышки там или что-то напоминает, не знаю почему. И яблоко характерное, то на 2, то на 3 перепояски обязательно. И они как бы на вид, то они не имеют такого товарного даже вида, хотя бы вот как Слава Мичуринска, потому что он какие-то неказистые. Но вкусовые качества, я слышал отзывы об этом яблоке в этом году, даже не отзывы, а знакомые моего коллеги жена встречает меня на рынке, несет полную сетку вот этих яблок. Кто-то его выращивает. Ну, они более мелкие немножко. Ботнер. Ну, наверное. Начал говорит, ботнер. У тебя такие есть? Я говорю, конечно, есть. А что это такое? Ну, я объясняю, заилийское. Она говорит, вкуснее яблок в жизни не ела. Вот второй раз покупаю, бегаю на рынок. Ну, участников она брала. Это слова Ботнера. Самые вкусные яблоки дегустировали дети его многочисленные. Нет, ну...
Это на вкус и цвет товарища нет. Я его выставлял тоже на, скажем, дегустацию, но они опять же недозрелые. Так они зимние. Потом. Зимники. Вот сейчас они еще абсолютный вкус не набрали, но сейчас они уже бы победили на той выставке. Или на этом, ну не знаю, как это... Так, вроде ничего не добыли. Праздник урожая. Да вроде все. Так, про это. Вот про это говорили, я вспомнил. У меня там где-то еще несколько штук валяется, но я их сюда не стал брать. Там любят взять с дочкой вот эти яблочки, поэтому там оставлю. Так, все время подчеркиваю, это молодой сад, есть взрослый сад. Да, да, да. Там... Тот номер один, этот номер два. Конечно, тот сад в основном черенки и дает. Там где-то, ну, минимум 15 лет саду. Деревья большие, там мы их тоже снимали неоднократно. Понятно? Все понятно. Значит, еще пару слов про груши. А, про эти груши я снял целый фильм. Ага. Понял? И вот, что можно про эти груши сказать? Я не знаю конкретно, это, что это за сорт все-таки. Потому что мне Володя Филиппов давал эти самые лесную красавицу. Вот, уже созревшую. Я по вкусовым, даже он рядом не лежит. Красавица лесная несколько уступает по вкусовым качествам. Это его лесная. А когда его спрашиваешь на полное название, ага. Вот. Понял? Ну хрен его знает. Так... Но вот это у меня самые мелкие остались. Помнишь, они взвешивали? Я видел больше в магазине, 400 грамм. Ну... Видел в магазине лесную красавицу из Новой Зеландии. Вот такая вот по форме. Ну... Вот такая, так. Вот. У меня... Когда на дереве висели вот эти, я уже повторяюсь, в том фильме все сказано, угу. Вот эти красавцы. И с этого дерева я резал лично, так, у меня 10 лет вот такие росли, то есть ничего общего. Ну, вот. И в этом году у меня опять стали вот такие же, как у тебя. А, что на них тогда повлияло? Подвой у нас одинаковый, у сурейка. Так. Вот, привой брал у тебя, это твой, это самый вот. Череночек. И получается, что мы получили, а выросли как бы сказать, получили, да что особенного, в конце концов, это, отменили Мичурина, отменили вегетативную гибридацию, вот тебе вегетативный гибрид, все, приехали. Будем считать ее лесной красавицей, пока нам, есть такой, это, суперспециалист, кандидат наук, этот самый, Роман Исаев. Он меня уже один раз поправил, я к нему обращаюсь уже, как к этому. Пусть он ее назовет как угодно, нам-то от этого они менее сладкие не будут. Нет. На так... данный момент, нам когда я брал черенки, человек сказал, лесная красавица, ладно. Вот. У тебя она осталась лесной, у меня переделалась вот в такую, прошло время, вернулась в такой форме. Пусть Роман Исаев, наверняка они же отслеживают, это все-таки академическая наука. Хорошо. Вот. Пусть он скажет, он же мне несколько этих, поправил несколько сортов. Так, Константин. Долгарскую, оказывается, что это память якоря. Ну, на здоровье она от этого менее сладко не стала. Не, она шикарная на вкус, конечно. Ну, так что-то... от того, что он меня поправил с названием. Да. Так, давай это, заканчивать давай. Разговор. Ну, с этим закончим. Если груши надо, классификацию тоже могу дать. Но... Или это отдельный разговор. Но груши у меня сейчас скоро кончатся. Первое, их с удовольствием все лопают. Вот сейчас ноябрь, они у меня прекрасно еще лежат, во, как камни. Так а что ты говоришь, ну пусть кончаются, а что я не понял? Нет. В чем проблема? Ну, мы чем о черенках речь? Воочию, чтобы увидеть. Я хочу сказать, что у меня 14 сортов на сегодняшний день груш, и все великолепного вкуса. Вот, можете попробовать, маэстро. Не, а я-то попробую, они-то не попробуют. Нет, летние сорта великолепные. Ну, короче, часть моих, часть не моих, сейчас это, будем. Да, но... Если они есть, о них надо говорить отдельно. Или конечно. У них... Нет, ну, сейчас груши-то кончились. Да мы летом снимали. Помните, мы снимали. Это? Слушай, снимали. Я этот ролик тоже включу в каталог, не будем время терять. Груши прям на дереве снимали, эти бомбы вот висели. Все. Снимали. Это самые маленькие. Не будем говорить про них. Целый ролик снят. Все. Дело в том, что вкусовые качества, ой, как я гарантирую. Все. Шикарные просто. Для Сибири, какой тут для Сибири? В магазине подобных по вкусовым не найти. Более ну, лучше. Северная конференция более-менее. Ну, еще. Конференция, ну что это конференция? Она рядом с этим не полезет. Да, это понятно. Даже просто вот с этой. Люди вот. Себе уже, кто в детстве не жил на Украине, да? Угу. Или там это, в Крыму. Короче, он уже страны. Понятия не имеет вкус груш. А да, конечно. Вот, а он покупает эту дрянь отравленную и думает, что это груши. Вот. А зимой они пустые совершенно. Одна вода. Единственная охота была еще это дюшес поиметь.
здесь грушу. Зараза вот пыталась это самое расти, но вымерзает. Почему? Слушай, я скажу, это все-таки должен быть учебный фильм. Да. Короче, я не буду, ты знаешь, о ком речь идет, но я не буду говорить фамилию. Ладно. Приходит ко мне, нет, звонит. Константинович, я с Черновцов привез 40 лучших сортов груш тамошних. Вот. Я подпрыгнул до потолка, жду, а мы же меняемся, я-то с Херсонской, а он с Черновцов. Вот. Звонок второй. Константинович, я убит, я привезу, но кажется мертвый. Привозит. Морозилку сунул весь веник, держал месяц. Вот. И я это. И вот он сидит напротив меня, и у него слезы в глазах стоят. Вот что значит, энтузиазм есть, а опыта нет. Морозилки месяц продержал. Я знаю, он думал, как, если минус 40 или там 30 выдерживаю, то. Я же говорю, ветка отрезана. Вот ты же не зря сказал слово антифриз. Я 15 лет твержу, что все дело в антифризе. Конечно. Я у этого мужичка, единственное, что он второй раз ездил. Вот, веник уже не привез, но притащил яблони, веточки этих, ну, то есть прививки. Я ему порекомендовал, как их оттуда везти. Говорю, обязательно замочи, если долго будешь ехать. Вот, намочи тряпочку, эту, ну, тряпку обыкновенную, хыбышную обязательно, только хыбы. Тщательно ее отожми, уложи и заверни аккуратно. Это не даст в любом случае черенкам высохнуть. Тряпка. А, правда, тряпку в мешок целлофановый. Вот, а кончики обязательно завощить, срезы. Привез, великолепно, все у него, а не... Только привиты. Теперь я добавлю, раз ты учел. И у меня даже одна его яблоня есть, оттуда взял. Да, понятно, я добавлю. Ага. Значит, я... Давай сядем. Давай. Это тоже хранение черенков, это не последнее. Это можно иметь прекрасную коллекцию, но мертвую. Конечно. Короче, встречаю еще одного нашего авторитета, фамилии близко не называю. Не надо. И вот он говорит, я придумал, я храню в полиэтиленовых бутылках. Хранение идеально, слушай дальше. Вот, я думаю, да действительно, зачем мне эти полиэтилены, они же сохнут через полиэтилен. Сохнут. Вот, или промокают, если влага, это не шутки. Вот. Ну, я сдуру груши-то, яблони и абрикосы это, в этих, они только появились в полиэтиленовой бутылке, в природе, в продаже. Вот. И по его совету, тряпочку мокрую в каждую эту бутылку засунул. Груши именно сгнили. Этим ничего, яблоням, абрикосам ничего, а груши сгнили. Вот я к тому говорю, да, мокрая тряпочка, но на транспортировку, а потом уже... Кстати, Константинович, теперь это о хранении черенков. Ты же видел, что я делаю обычно? Нет. Ну как нет? Нарезал, в смысле, как вощишь, видел? Да, нарезал, завощил. Потом вставляю целлофановый пакетик так, навстречу второй, полностью. Раз-раз, быстренько, конечно, туда в целлофан еще кидаю этикетку. Это быстро замотал чуть-чуть веревочкой какой-нибудь или ниткой. И укладываю на просто сухую ткань, любую. Спокойненько. Вот. Кучу сортов нарезал, потом это все вот так заворачиваю, просто еще дополнительно в один целлофан закатываю и иду в сугроб зарываю. У нас сугробы, конечно, поздно возникают. Сильно поздно. Иногда весной. Сначала я держу вот эту упаковочку, да, в гараже, близко к воротам, чтобы там 0-2 минус было. Только первые сугробы образуются. Да вот у меня с крыши здесь падает вон там. Такой гигантский сугроб. Я в него обычно зарывал. То в этот, то в этот. И до весны они великолепно там себя чувствуют. Я пробовал. Бывают такие. Это я не хочу даже продолжать тему. Знаешь почему? Нет, пробовал я все. Абрикосы прекрасно хранятся. Персики великолепно хранятся. Яблоки, груши. Ну, яблони, груши. А больше мне что надо. А потом, знаешь, как бывает сказать? А? У некоторых полиэтилен пропускает влагу. У кого в мокром сугробе полежит, намокает и гниют. Раз. Другая картина, я такое было, я же тебя сухой лед, снег, вот, вымерзают так, вся влага в виде льда скапливается на дне мешка, вот, причем столько это льда этого. Не надо влагу туда допускать вообще. А нет, она испаряется из пакетиков, то есть из этих, прямо из тельца, из этих, из веток. Пакетики плотно укапливаешь. Вот так я и говорю, нужно, чтобы... Я говорю, вот ткань для того, чтобы просто их это, ну, держало, а не для утепления, ни для чего, чтобы плотнее сжать. А дальше обычный вон, который полиэтилен, листы вот это, трубы, в него завернул тщательно, чтобы туда, да, действительно, влага даже весенняя не попала. Но, к
Когда наступает весна, сугроб растаял, все, сразу или прививай, или ложи в холодильник на хранение дальнейшее, так. Или в подвал холодный, все. Все, 15 минут истекло, надо переключаться. Давай. А мы уже все, по-моему, и оговорили. Да? Конечно. Так, ну я попрошу следующее, твое напутственное слово. Почему? Объясняю. Да друзья мои, перед нами самобытный человек, да? Его, чем отличается он? Вы знаете, я пытался, это я обращаюсь к аудитории, я пытался, со мной любят спорить. Очень много в личных письмах и стесняется написать в открытую гостевой, да? Каждый раз я говорю, пожалуйста, покажите мне свой сад. Вот вы спорите там насчет технологии, насчет будет, не будет это. Покажите, чтобы вырастили. Так, и я поверю вам, или хотя бы ваше мнение буду считать авторитетным. Вот. В роликах они себя как подписывают? Эксперт. Но если кандидат наук, понятно, кандидат. А эксперт, это значит никто. То есть он нет такой должности, нет такого звания. Вот. То есть они как бы самобытные, как вот ты, например. Но дело-то в другом. После того, когда я прошу предъявить хоть одно дерево, оказывается, в лучшем случае, знаете, что говорят? Я читал. Ну все, короче, я жду от твоего напутственного слова. Включено, да, аппаратура? Включено, я прошу напутственное слово, давай. Напутственное, да элементарная вещь. Я просто к любителям могу обратиться, даже не совсем садоводам, а те, которые мечтали бы иметь хотя бы сад. Вот это все, что вы видите, да, уважаемые друзья, это у нас кормит и мою семью, и дочкину семью. От урожая, практически до урожая. Яблоки мы не покупаем. Вот. Это чисто потребительская такая сторона дела. Но самое главное, сад, это красиво, как он цветет. Это просто радость для души. И лишний жир не будет накапливаться. Все равно. Просто обращаюсь ко всем. Если есть возможность, садите сады. Вот. Выращивайте яблоки. Ну, насчет черенков и посадочного материала, я уже как-то в одном из фильмов говорил. Не покупайте у кого попало, только у знающих, то есть у знакомых садоводов берите. Там не будет никакой пересортицы. Иначе возьмете, скажем, вот такое чудо по заявке, да, а вырастет какой-нибудь дичок. В лучшем случае. Да. Чаще дрова присылают. Дрова, да. Так что, ну что я могу сказать? Все, по-моему... Выращивайте сады, россияне, и никакой гадостью не полито. Ну что? Это как в рекламе. Ну, спасибо, получился целый фильм, я очень рад. Давай. Должен сказать, что часть черенков будет с этого сада. Лишнее. И то, что будет, это будет. Если на черенке будет написано «Порт кровавый красный», вот будут точно такие яблоки. Да. А если будут не такие, будут лучше. Если будет хуже, можете приехать и побить меня. Да, я боюсь, что тебе это не грозит. Вот. Самое интересное, Дмитриевич, так обидно. Я каждый день встречаю людей, которые вырастили, а тут же тысячи моих саженцев. Что из них говорят многие? Они показывают, вот, Дмитриевич, у меня крыша едет. Ну, в этом году я уже тебе жалуюсь, как своему человеку. Да. Я самый большой плод взвесил, да, абрикосовый. Получилось 112 грамм. Вот, но она-то отлично. А есть, ну, на, там, как она называется, ну, на весах, на электронных есть доказательства, да? Все равно продаж таких нет крупных, поэтому поверят. Другое дело, я встречаю и говорю, мне говорят, вот ваш абрикос, как хорошо, плохо, погибли. Да нет, все нормально. Говорит, вот такие плоды. Знаешь, что обычно показывают? Вот так показывают, да, а это уже грамм на 150. А я говорю, не может быть, покажи, вы не... Какие показывают, я тебе в пальцы вставлю. Вот такие абрикосы, ну ладно, ребята. Не, ну правда. Меньше, конечно. И клянутся, и крестятся. Я говорю, ну по фотографии, да вот, не... Вот, ну хорошо такие, но вот такие, вот такие вот уж точно попадаются, потому что, ладно бы один-два, и ведь это, или наоборот, Жигулевская, да, смотрите, где она? Вот. Но не разобрал, я говорю, едет, да, полный багажник, встречаю, багажник открывает. Это ваше дерево. Я, говорю, 30 ведер с одного дерева снял. Но я-то верю, у меня и больше было. Я же все-таки профессионал, да? Вот. Но когда у простого обывателя вот такие, не мелкие, а предельно, 30 ведер. Вот. Вот что ждет вас, друзья мои, если эти... Это редчайший случай, когда все, что вы...
Дальше это как бы рекламный сленг. Главное, ни разу никогда не было ни одно дерево у меня обработано. У меня дурацкий принцип есть. Может быть, кому-то это и не нравится. Я по жизни считаю, что мне хватит. Червям хватит на еду, мне оставят. И тле хватит. И... Нет. Допустим, тлю это я не люблю на молодых саженцах. Я их хожу и давлю просто. Ну, это молодые, а я про взрослые. Ага. А так... Да, вот они, пожалуйста, вот плодожорка их подолбила. Ну и что? Ну это, допустим, ну процентов до 30 может. Да и черт с ним, когда у меня на моих фильмах видно, что они лежат, гниют. Ни одной капли ядохимиката, никакой дряни, никакой химии. Это чистейший экологический продукт. И самое главное, что вот, первое, у нас есть плюс, который от нас не зависит. Здоровый климат в чем заключается? В том, что морозы, они играют роль регулятора и листогрызущих, и листососущих. Да, так, всякие грибки. Да, то есть они держат в норме. То есть у нас нет такой особой. Да. Вот жили бы мы где-нибудь в Ленинграде, мы бы с тобой за голову схватились. Ну, поэтому надо это учитывать. Допустим, огородники, вот в соседнем этом районе, рядом в Шушинском, там Ермаковский, они несколько севернее нас живут. Задолбал колорадский жук. Не знаю, что с ним делать. У нас умеренно. Снега нет, вот он и дохнет. Да, у нас промерзание почвы хорошо идет. Вот. А, и еще про это Ермаковский район. Мой друг там сейчас обитает, древнейший друг. Он приехал с севера. И первое, что сделал, правда, купил домик с участком. Первое, что сделал, посадил сам. То есть, не то, что посадил, а попросил у меня. Я ему, конечно, накатил. Или как предоставил материал, саженцы конкретно. У него растут вот эти, сейчас просто конкретно показываю. А там... Вот эти. Вот этого еще нету, не знаю, или вымерз, или что. Пчелка, удивительный случай, это заилийская растет. Так, кандили нет. А, ну все, по-моему. А, редмелба еще, вот редмелбы нет, летних сортов нет. Белый налив, прекрасно растет в Ермаковском районе. 40 градусов там не редкость, к сожалению. У меня есть таблицы. Вот, кстати, не зря вспоминали. Вот северный сенап у него. Курдюмова не зря вспоминали. Он мне прислал таблицы, которые он раздобыл у Байковой. Так. Все честно, ни одной запятой лишней. Вот. Там как раз интересно, наш район и Ермаковский район. Да. Предельные температуры. Это Шушинский. Там страшнее намного. И получается, ты доказываешь, что это все может расти и вот, более сурово. Короче, так. Вот этот... Антоновка у него растет, фиолетово-красный растет, пепин шафранный растет, вот этот кроваво-красный, плоды он имеет, не то, что говорю, что растет, вот этот северный сенап растет, и вот эта пчелка, и летние сорта несколько штук. Филипп его удивился, он родом то оттуда, с Ермаковского. Говорит, раньше кроме ранеток там ничего не росло. Говорю, ну правильно, климат, возможно, чуть мягче стал. Мягче. А кто раньше туда эти саженцы забрасывал или пытался эксперименты проводить? Никто. Во. А Пал Палыч, я резко навязал вот это все. И грушу, я ему привез лютневую грушу, посадил. Вот третий год, она еще не замерзла. А она не самая морозостойкая. Она благодаря... Давай все-таки поклонишься подвоям. Да. У тебя настоящие подвои. У меня уссурийская. И я считаю, я уже заканчиваю разговор, что эти подвои... Яблоня сибирка, уссурийская груша, хотя бы моя семечка, как сегодня говорим, да? Угу. Вот. Они передают гены, ветки, которые у тебя, у меня, а теперь еще и у тебя, купят. Угу. Вот так. Наши сады, подчеркиваю, дублеры, то есть это. Да. Так вот, когда они это купят, у них в этих ветках будут гены сибирок и гены уссурийок. Вот это я подчеркиваю. Пусть это наука отрицает. Пусть вегетативную гибридацию отрицает. Но я в науку лезть не буду, потому что я в этой... Да зачем тебе лезть? Твои деревья плодоносят в Ермаковске, а там холоднее намного. Холоднее. Там, на десятку градусов всегда холоднее. Вот. Так что... Мы с Пал Палычем часто общаемся. Я туда любитель ездить на рыбалку. Вот, поэтому знаю, какой у них климат. Все, наверное, хватит. Устанут зрители. Давай, завязывай. Все, друзья, до свидания. Всего хорошего. Вот.